Стальной охват России. Привет большой, подписчики на канале YouTube. Привет большой. 11 часов. 7 декабря 2023 года. Я сейчас такое вот маленькое видео запишу. Соответствие статометра с закрытием эспандеров, с динамометрией. То есть вот этот всем известный ДРП-120, старинный, советский. Спасибо большое, вот написано, ДРП-120 Сергея Володина, он его разобрал, скажем так, привел надлежащий порядок давления, создаваемое кистями, то есть его отъюстировал, скажем так. Мы тут наклеечки сделали, чтобы цепкость была получше. Вот. Для напольных покрытий есть такая наклейка, чтобы не скользили ноги. Давайте я попробую, вот сколько я здесь покажу статометрию, скажем так, статику, и что по эспандерам, что будет по эспандерам. Я все равно еще чуть-чуть наношу ну так немножко сегодня размялся ну окна один калибровал, позакрывал и еще выставил на регулируемом хвате, выставил 47 килограмм, ну расстояние там 70 с небольшим. Итак, по нулям, ну тут не важно, может быть и 20 начинаться и так далее. На нем это классно, это хорошо. 94 килограмма, да? Да, 94. 94 килограмма. Ну, придется потом, сейчас я сделаю второй заход и потом закрою эспандеры. 94 килограмма. Скидываем, скидывается, вы знаете, нажимается пальцем и крутится. И уходит в ноль. 94 килограмма, 96, кажется, самое лучшее на нем. Ну, когда он еще был в завышении, там, на 17 килограмм, и под 120 нажималось, там. 115 раз, может быть, и больше даже показывал в завышении. Сейчас я скажу, что 94 это уже хорошо. Статики. Динамики сейчас особо не покажешь. Хендексер я Никите отослал. Поэтому давайте смотреть. Ну вот сразу падает. Второй раз. И на матрас. 88 килограмм, да? Да, 88. Вот первое нажатие. Все, давайте посмотрим продолжение. Что получится с динамометрией. Все, до встречи. Ребят, вторая часть видео по объяснению, что замеры на статике, на статометре, вы знаете, какие ХМ-150, ВАШ-С100, ДРП-120, ДК-140, МР-120. Вот я вам перечислил ряд статических динамометров. И цифры, выдаваемые на нем, это не показатель вашей динамометрии. Динамо – движение, статика, статометрия – стоишь на месте. Закрывает эспандер, динамометрия. Ваши пальцы движутся и тянут ручку ко второй ручке. Я показал
сейчас вам 94 килограмма на ДРП-120. Если следовать логике измерения динамометрии, 94, но так как я буду закрывать эспандер с расстояния моряка, 60, примерно там 2,64-65 миллиметров, то это минус 5 килограмм. То есть 5 килограмм плюсом мне бы хватило. 94 минус 5 – это 89. И 89 делим на 1,5. Динамометрическая середина. Ну, как будто бы сейчас 94 – это динамометрия. То есть я должен закрывать 59 килограмм. 59 килограмм на конце ручек – это, ну, сейчас нет в наличии капитана второго ранга Харт. Ну, вот такая нагрузка. Было дело, закрывал я на раз, в пике. Были у меня 94 килограмма динамометрии. Сейчас ее нет. Я брал, не буду показывать, сейчас у меня есть классные китайцы, Фоксы. И 55,6, ну, 56 килограмм. Близко не закрываю. Берем вот такой. 62 миллиметра, 52 килограмма СХР. Это у нас та же леса. Да? Вот он, 250 фунтов. 52 килограмма. 52 умножаем на 1,5. Это 78. И плюс 5. 83 динамометрии. 94 статометрии. Давайте посмотреть. Хватит мне статики 94 килограмма, чтобы закрыть эспандер, который требует вроде бы всего 83 килограмма. Не хватает. Итого, какой вывод, ребят? На данный момент, вот я при вас 94 нажал, там, 10 минут назад, статику, а динамометрии не хватило даже 83 килограмма, чтобы закрыть 52. То есть на данный момент я закрываю где-то в районе 50 килограмм. 50 на 1,5, 75 плюс 5, 80. То есть динамика у меня 80 килограмм. А 94 статика, это у меня где-то примерно 14 килограмм разница. Соответственно, у ребят, которые жмут 130, 140, 150 килограмм на статометре, эта разница доходит, ну, точно более 30 килограмм. Более 30 килограмм. То есть вы задаете вопрос, ну, человек же 160 килограмм нажимает. По вашей логике он должен закрывать КОК-4, у которого всего там, по вашим вычислениям, 94 плюс на 1,5 умножить, это сколько получается? 141, а тут 160. Не, ребят, так не считается. КОК-4 будет закрывать динамометрия. И нужно динамометрии иметь. Вот чтобы вот так сделать с коком 4 на 94 килограмма, это надо 141 динамометрическая середина. Ну, как правило, вот у этих монстров хвата 205 ладонь, 210. Ну, скажем так, мы говорим о крупных антропометрических размерах ладони. Но минимум 10 килограмм. 10-15 килограмм. 10-15 килограмм. Ну, то есть от 150 килограмм динамометрии. Соответственно, статика должна быть от 180 килограмм и выше. Такой нету статики. Вот сейчас Никита там за 165 уже ушел. Но это опять же все это вот на тоненького. Так что все. Давайте, думайте. Встречаемся в обители. Пока.